Дель. Все. Из двух. Смотри, постойте, а не объяснили ДКшнику остановиться, чтобы он снова. Что, давай поговорим. Терновка сейчас стоит. Поехал так. Вар на пол. Что, ему все объяснили? Смотри, ДК, получается, будет сейчас выходить два моба. Один, который дойдет, он будет призывать там слева или справа, вот где джип стоят. Тенсов, то есть ты становишься, ты моего ешь, постоянно туда подходишь. РДД уже лево. Лики тоже подходи. Левого убиваем. Больше ДПС смотри. Эти станка. Смотрите, куда шарики падают, от шариков отходить. Под боссом более-менее без... Рядом. Блядь. Рейтрик, рейтрик. Бэйр нес. Ренжу держите. Если не знаете, куда бежать, бегите в звездочку. Звездочка, печеньку у вас. Успевайте к звездочке, бегите к печеньку. Арики. А если б не шелд, я бы сдох. Ханты рога с наполом можете уже. Когда напол закончится, стоп. Может уже свести, да, забить все это. Нет, там еще не все. Блять, знаете, как это, чтобы по одному цели было? С наполами уже бить. Остальные потихоньку можете тоже. Дроид, зарутаешь сейчас вот этому делу, когда он будет подходить? Шарики. Пиздец. Дроид, вот за кого циклонишь, потом зарут. Пусть Ретрик не стоит. Ретрик, помогай диспелить. Больше по трэшу ауди дайте. ДК, подойди, пожалуйста, под босса трэш, чтобы уешили. Забивайте там остатки. ДК, иди уже на другую сторону. Блять, а, лови. Ручей не зарутал. Дисплейте пока, ДК, что пока не смогу. Так помогай дисплей. Дамаш, просто дисплей. Мобов не лезет. Не надо, да. Шарики. Хант, умрешь ближе к звезде стань. Ну, Хант. Успел. Прям во фрейм, если что, ставлю. ДК лови. Они там вдвоем быстро должны все открыть. Больше дисплей ретейк, помогай, прям фул дисплей. Конфейл уже иди, а ты бьешь. Милхан тоже трэш уже бей. С наполу. Все, все бейте трэш. Даю геру. Больше просто ауешь типа. Трик пока до дисплей. Блять, танка. На пульте в... Минус 4. А, все, и водите, оба танка сдохли. Ну не оба, но много сдохло. Вы водите, выйдите, похуй. Блять, дыхнул еще. Смотрим. Бомба, бомба, бомба. Ну, танк ты тоже под бомбу попал, так бы выжил.
56 катя бомбу ёбнула, потом добил автоатакой просто. Все остальные уже просто отдыхали автоатакой. Я же говорю, звёздочка, печенька у вас стоит, не знаете, лучше просто по КД за ним бегайте. Танк, особенно с трэшем. Типа без трэша ты бы ладно пережил эти бомбочки. Но то, что они тебе стакают урон от огня, это не пережить. Кого кормить? Вот эти, которых двух с лестницы выходят, да. За это смотри. Мы убиваем, ой, точнее, все левые птицы выходят. Ты просто его урутаешь, чтобы раньше времени не... Хотя, в принципе, сейчас неплохо вышло. Я всегда успеваю слить, что... Может, даже не кормить. В принципе, да. Сейчас попробуем опять не будешь кормить, если что скажу, если не будем спать, ошибись. И будем пользоваться. Рогу с хантом можете трэш вообще всегда бить, если есть на пол. Из на пола лучше не бейте. Там есть. Потому что новый трэш уходит, может на вас пойти, если на пола нет. И с диспелом, конечно, сложно. Что, я не готова? Я, во-первых, всех резала. Во-вторых, бафала, и мне надо ману отожрать. Ты чё, блядь, ДЦ? Хилы можете сопрот выпить. Танк, надеюсь, у тебя сопрот есть. Ты чё вообще выпитов танк не вижу? Только что выпил сопрот. Лавару не обязательно. МХП можно. Не готова. Кастеры уже пошли лево. Или кто? Станы давайте. Стан. Вопросно. Танк лови. Не стакать будут. Ретрика помогает диспарить. Блядь. Ава. Ладно, пока пробуем. Последнюю птицу забирай. Сейчас все играть. Все по трэшу. Танк, прожмись. Блять. Выйдите. Выйдем, да. Когда сова упала, можно сразу падать, ну, залупа. По трэшу ДПС много теряется. Сова там, конечно, много дает. Почему-то. Пиан, если ДК все так плохо, я могу с ним поменяться. Ну давай, да. Ну, пускай варбишь. Ты, конечно, просто босса танчишь. Так же просто бомбочки уходишь, ничего особого. Давай вар попробуем. Вару проще, у него и стан есть, ему выжить проще будет. Ну ДК просто больше резист от магии. Это залупа. Варовский стан там перебивает всю эту хуйню. Когда крик и шивы отдашь в КД, будет зубы попросишь. Сова, смотри.
Когда я говорю... Когда я говорю full DPS трэш, просто, блядь, начинаю уешить. Просто я сейчас смотрел первый трейд и вообще ни одной уешки не дал. Когда уже, значит, и танк хоть сколько-то должен был напулить. И у нас рога, и ванить крипы ему напул дает. Поэтому ты не сорвешь. Ну, звезда падает одно. Две руки осталось. Там, это грозу или какая-то. Ну все, два драя получается. Ага. Нет права на вайп. Лапу бафнем, блядь. Не надо, у нас бафа хита не будет. Лапу баф не говорю. Кастеры уже лево. Все лево пошли. До притяжки еще должен стоять. У нас всегда 40%. Сейчас 60%. РНЖ добьет. Не ебланьте. Как инфил сдох? Агро? Берни его сам. Огненная стена. Весь как синя. Стены рендж больше, чем у бомбочки, если... Баф по нему закиньте. Сова, Starfall сейчас не жми. Сейчас нажала, пока не жми. Пока фулл трэш не выйдет. Там вару ему и так сложно. Согру. Звездочку ищите, звездочку. Ровно фрейм звездочки нет. Блин, Барбарос. Ёбаный рот, ну вы чё нахуй? Он похуй пробует. Так же пробует. Всё, подвожу под залив. Всё, а уеши, фугла и я. Можете припод. Другой был. Бля. Варс. Не, слишком. Не выйдем. Ты гоните. Слишком долго заливается. Слишком много осталось. Там осрезали. Сколько стаков было у тебя, когда умер? 41. Ну, много тоже осталось, они тупо затыкали. Ретрик, ничего не помогало диспелить? Да. Ретрик, короче, нон-стоп просто стоишь и диспелишь. Да одно тело падает, все, блядь, пизда нахуй. Ну, упираемся жестко. Да мы даже нет, минус 3 убивали. Нормально бы убивали. Просто он ДПС-а мало? 41 стак. 41 стак ненормально. Ну нет, я не об этом. Это вот этот драй тоже не диспелила. Я до этого все диспелила. Блять, раз, два, три диспелила. Я на КШП, когда хожу, никогда типа 20 стаков, 30 раз стаков ни раз не видел вообще. А тут типа он 41 умер. Рыба, что будет? Да. Редрик, просто пока ты диспелишь. Есть стаки, диспелишь. Нет стаков, дамаж. Спро товара. Да, сейчас про товар. Но если на каком-то другом стаке тоже будут, тоже помогаешь. А там по одному два я продиспелю. Приоритет про товар. Просто нон-стоп. Больше 30 стаков не должно быть.
Я секунду еду повешу. Скажи, как флешку. Флешку? Блять, захилить что ли? Уже трэш пошли. Нет. Охуеть. Кани бэрить. После бомбочек бэришь. У тебя КД, наверное, подкату будет. Жесть, помогать. Нету пока. В смысле, уже продиспели. Еще одна пачка вроде бы идти. Звездочка. Ровно фрейм взял. Последний трэш пошел, вар лови. На полы вара. Все, фулла ауе. Трэш дали, больше ты. Больше ауе. Ретрик пока до дисп... Звездочка. Чуть назад. Трэш же добивай. Идите в одну пачку их. Некоторые разошли. Так круто сбить. Не надо, не, не надо рутать, ворот сбить надо. Все, пошел. Если бы Эр откатил, по ханту дать. После бомбочек станешь. Они быстро будут выходить, там сразу два стоят, открывают. Положи дисплей. Сейчас будут бомбочки, потом там гир. Пока дойдет. Бомбочки, звездочка. Могу их зарутать вообще вот так вот, покажется. Да, их сбили. Пивала, короче. Все, даю геру, футреш. Пол ауе. Больше ауе. Убиваем трэш, убили. Когда дисплей. Ты
Смотри, звездочка. Ту баба отдавала, массу крою сюда, могу жду. Не, не надо. Убивайте трэш до конца. Там парочку. Все. Можно сказать босс. Не скажи. Расслабляйтесь даже. Что там, БР не откатил? Еще 1 минута 5 секунд. Стань тихо-то, чтобы на одной линии 2-то не было. А то тут иногда бывает, что он 30к дыханием будет. Да, с доцелью должно даже 30к. Шарики, звездочка. Справа вообще никого не стоит. Сова, встань на мою. Или стоял где-то ты. Там мелик в пуш. И таргета сразу бить. ДК, сделай два шага влево. Не влево, а не назад. Ну, хорош, стоп. Шарики, звездочка. Под боссом. Где угодно можете. Аки. Ой, бля. Ну ебаный под босс. Не надо, добьем так. Что следующего? Расслабь, я вам говорила не расслабляться. Я-то вообще ебашу, блядь. Только шуба заворачивается. Турковая шуба-то из бобра. Из бобра. Хорош. Слышно? Рен выкинул. А что там живые? Могу там убить. Может быть, сразу же не будете лутать? Да, не лутайте сразу. Создук хотя бы не лутайте. Подходите к ним вообще. И босс тоже не лутайте. Типа... Не лутайте, не лутайте. Просто ждем. А доблесть далась. Не лутанули? Мне не далась. Мне далась? А нет, ну далась это за убийство. А че ему? А че ему надо отсюда? Мало ли. Не знаю. Да видос есть. Ну так надо знать, что тебе надо с боссом. Видос есть, если что дадут. О, прикольное тело. Так, щит сразу вар нужен? Да. Кстати, что по луту с первого босса? Да хуя еще, 51 минут. Сейчас приду. Меня прям сразу же ваншот на УТК. Тебе, кстати, это кольцо надо было? Ой, извините, я влезла в разговор-то. Да. Да не, говори, говори. Да я ничего такого и не особо спрашивала. И плащик, и кольцо надо. И плащик тоже надо. Я для тебя плохие новости. Ладно, подожди.
Не, разролим по тайне. Сова, Snort Mythology, блядь. У нас же один анрол, все остальное будем ролить. Да. Кто типа никого не кинет. Только Адель меня, блядь. Конечно! Угу. Же еще вроде с совета какой-то плащ падает, да? Да. Да, 64-й. Какой-то рафлан, если я вырулю этот плащ. На шапе не могу даже для 64-й. Здесь уже и такой-такой. Я шапе нахуй. Такой-такой, у меня еще 45-й. У меня 60-й с духом на шапе, охуенно. Сейчас все расскажем. Трэш сначала добьем. ДК. Да, ДК на танче. В другую сторону босса отвернил, тебя откидывать будет. Блять, так босса спулишь, блять. Поставь спиной в стенку, упрись, или в столб, или в стенку, вон, в оружие, вот, деревяшки упрись. Блять, лучше, ёпта, чем блядь. Будет на трэше нет рейла, блять. Да просто по-любому. Боженька. Челики первый раз, и вот надо им все объяснять подробно. Реально трэш без смс регистрации. Да хули трэш нахуй, а вон, блять, CLK рейлю, блять. Гильдии поднимаю с колен. Кто элементали может контролить, кроме как Лока? Никто. А демона? Тоже только Лок, да? Нет, демона может Пал, Прист. Ну, кажется, Юль тоже будешь контролить. Что это? Вообще не царское дело. Пусть челядь контролит. По-любому, ибо. И Ретрик будешь, и ты будешь. Ребят, вот всю хуйню, что я несу, пожалуйста, не воспринимайте всерьез, я вообще не честная. Я так, просто несу хуйню. Войд лево, это однозначно. Барбарос банишь элементали. Ну, это вот эта противная болотная хуйня. Так. Бабу, давай, Юля, контроль. Почему я не хочу бабу, я хочу мужика. О, либо беса, либо бабу. А как она бабу будет контролить тебе, блядь? Так, он а, в смысле, гуманоид. У них же этот гуманоид, они умеют. Как это у них называется, хуйня? Давай, скажи. Стоп. Покаяние. Где эти, бля, в холике? Где она, покаяние? Холике, блядь. Лол, блядь. Теоретически мы можем гуманоид залить. Если это Ретрик, нам, нахуй. Кажется, придется, нам больше нечем. Я могу демона каждые 20 секунд фирять. Вон Ретрик есть, нахуй. Ретрик, блядь. Ну ты будешь каждые 20 секунд, типа, на бес отвлекаться на холике, да? Что ты предлагаешь? Залить его. Да Ретрика напрягай, блядь. Вон Ретрик, покаяние в бабу, блядь. Фир в демона, нахуй. И все, блядь. Реально, короче, Ретрик, главное покаяние в бабу, а фир там вдвоем с Холипалом будете в демона давать право. Холипал будет оба виноваты. Ретрик, как понял? Не подведи. Ты Лок элементали будешь банить, а не демона. Что элементали только ты можешь. Да, ловец. Так, вар спеклнулся в ДД. Танк. Короче. Босса танчишь примерно здесь. Метку поставил. Дальше. Он будет выбирать спал рандомного из нас. Если возьмет ДКшника, может кинуть лужу. Которую надо будет сразу себе вывести босса и всем меликом, соответственно, выйти. РДД тоже касается, если вас кинет лужу. Если Ретрика, насыт лужи под собой, такая же, как и Ретрика. Поэтому, если берет какого-то из Ретриков, лужу свою не кидайте в этот момент, чтобы видеть, это ваша лужа или босса. Поставь, извини, перебью, поставь вторую метку вот к этому столбу. Смотри, танк, если кидают лужу в рамбе, где ты будешь изначально держать, ты переводишь вот к этому столбику, вот в эту в 3D-метку. Если насрет тут, вот к этому, допустим, столбику, но там уже пропасть должна, поэтому обратно, скорее всего. Но если что, имей в виду, потому что радиус лужи очень большой. Если всех остальных берет, там в целом хуйня какая-то. Друида вроде там может на себя корни накинуть, что-то такое. Не корни, как это, шипы. Это они там нихуя не бьют толком. Ничего важного там нет. Одну секунду, у меня питак начался. Жмешь готовность, когда будешь готов.
все остальные тоже касается. Рыбу там... Может, там у тебя больше вы нет умирали? Рыбы, да? Ну, у нас на. Рога с Милхантом. На, блядь. Могу сгонять, в принципе. Похуй, это в босса такой, блин. Все тут. Мы сейчас еще вайпнем. Если вайпнемся, да, если вайпнемся, я слетаю сам купил. Войд, ты где? Сейчас, секунду. Так, готов. Сходу сапайте. Да, сапайте вот сразу с пола. Таймер уже идет, можете уже там прикастить. И просто пока доконтролите. Я покаяние. ДБМ пул давали? Сейчас даю. Так просто босс. Сова, стань прямо ближе к двери. Если хочешь старфол нажать. Прям стой там. Максимально ренджает босс. Никому контроль не сбил. Ой, он к нам в фире прибежал. Ну так и будь, как ёмный. А, бля, попрожим кон. На следующий каст. У кого сейчас тьма стоит? Ни у кого не стоит. Возьмите к тьму кто. Взял. Прожмешь мастера ауры, если есть, прожмешь. Да. Следующий каст. Упал в спиде, но может уже. А, крылья. Диспелите, пожалуйста. Ты там лужа разве была? Стря переводи. Или была лужа? Освещение выйди, вот сейчас выводи обратно в ромб. Чем мне некогда, слышишь, ретрик фирять, придется все фирну. Тебе. Уже, по-моему. Еще лужа, уйди. Еще лужу, уводи. Не, там уже лужа лежит, вводи куда-нибудь другой столб. Уйдите. Мастера ауру давал сейчас, нет? Да, давал. Юля, возьми тьму, отдай тьму. Я захилю. Кастерскую, ретрик. Уводите тьму. Идите тьму. Матушки, спасибо. Ты говоришь, идите тьму, непонятно. Идите тьму. Освободите, я говорю. А болото сбежит. Стиралрую. Так, на следующий ДК дашь ты 4. Троллями, да, не проебывайте. Ката 4. На следующую дам гир. Через одну должна у ретрика мастера уроткать. Сейчас может быть это лучше. Готовьтесь. Обождаю, тьму заберите. Взял. Свет, бабло. Рылить спал. Ретрики, несите лужу. Там не видно. Вроде какая-то из ваших. Ветка нормально. Все, пошел. Болото, лук. А, вы заберите мобас меня. Блять, за контроль. Ретрик откатит мастер аура на следующий. Только что давал. А. Тогда Юлия чему бить? Тебе даже надо откатить. Отдай тьму. Брала, 19 секунд еще. Должна открыть. Диспелит нижний свет. Короче, тут сзади пристроился личный кальмимок. Личный сейвы сейчас готов. Кстати. Вроде не успевает открыть. Шипы здесь снимите. Так, короче. Шипы нельзя рассеять. Ну, точно. Идем. Личный сейвы. Я дала мастер аур и еще массакру. На следующую откатит ДК. Д4 откатит на следующую ДК. 25 секунд. Он должна. Танки.
кто элементаля контролит? О. У меня вар Вовка вылетел. Игреку. Чё-то я забыл вообще, что вар существует. Бля, сова сдохнет. Угу. Дека, ты не давал Т4? Ты не видел баф. Да. Ролит ведь. Диспел крылья. Дека, ты давал? Нет? Значит, стиралор должна откатить. Лужа. Лужа, отошли быстрее. Блядь, я не успел. Блядь, танка. Все, пизда. Воды. Значит, просто в таком порядке будем. Первый каст. Ретрик, мастер аура. Второй, Юля. Третий, Т4 БДК. Ну, просто вот к Ретрику интересно. Вот, блядь, ну, контролишь-то, ладно. Ну, неужели 5К давать не надо? Ну, типа, блядь, хуй знает. Так я бегаю по КД. У него и так немного урона, на самом деле, типа, ему и контролить, и дамажить. Но ему два таргета контролить, справедливости ради. Да. Каждые 20 секунд я убегаю, чтобы законтролить. Нормально, ДПС хватит. А так он сколько давал, там, десятку давал или 12? 10, да, 10 давал. А, ну, мало, пиздец. 12. Он 10. И не одетый, ни души. Откуда рыба взялась, кстати, спасибо кому? Я последняя. Ага. Типа кому, ну пожалуйста. Я думал, ты последний давал уже. Нет. Контролить все так же. Так, вар готов, нет? Нет, он бежит, да, видимо. Меня выкинуло. А, ты бежишь. 93 не бил. Да. Прибавните вары. А, тебя во время боя вытянуло вообще, что ли? Да, я же сказал, вытянуло. Не слышал. Ты без гиры остаешься. Дай у нас. Эту темную магию. Юля, дай ему. Сейчас, я это кушаю. Еще раз говорю, Редрик первый мастер ауру, Юля, ты вторая, и ДК по третий каст 104. Просто потом повторяйте по кругу. Первый эфир я даю. Первый эфир, да, дальше ты бегаешь. Алканфейл. Я распала сейчас дам, когда босс поставит. Спальте эту доту, тронды. Этот тебе надо было давать. От тебе надо было давать. Мы не первый же вообще никогда не даем. Нет, даем. Короче, следующий. По кругу все равно откат. ДК следующий не надо. Там паладин даст. Через один. Там вообще первый никогда не даем, потому что почти не бьет. Карантис по кругу откатывает, почему? Я просрал, кого он взял? А, опять у друга. Сейчас хэпал, дай.
Болото сбежал. Следующий этаж ДКшник. Через один ред. Дайте тьму и болотника ебаного, он опять меня дрочит. Лук. Шаточки. Блять. Берни его сова. Рибаф, там дайте стамин. Милики от крутилки отбегайте. Сейчас уроки. Так я отбегал. Будешь, посмотри, где-то умер. Уроки вроде хуйняк. А вроде я. Средрик тьму дает? Да. Блять, я нажал. А, надо. Ладно, похуй. Помогу цепнухать. Сокруда. А там костерского ура бы не помешал. Опять вар. Смотрите, если вихрь кастует, то... Сейчас кто дает? Юль, ты вроде. Следующий каз ДК дает. Т4. Если будет. Да ну нахуй, я думал еще бить и убить нахуй. Найс лут. Говно лут ебаный, блядь, пидерсия, блядь. Вообще пиздец. Два цвета красивые. Параша ебаная, блядь. Ну, где моя голова, блядь? Какая-то танка? Вот они две выпали. На ШП, блядь. Типа три. Это разные головы даже, кажется, нихуя. Да, конечно. Это одна и та же. Походу придется опять ждать ссылка. Ну, насчет Джулджина. У меня джулджина. Вас, Надежда, еще шея сластая сейчас. Джулджин, я хуй знает, но... Будем пробовать. Трэш, пока, Андрей. Пока. Сейчас все будем объяснять. С первого босса. 30 минут еще нормально. Ты мы тут полтора часа уже? О, с убийства первого босса. Я сейчас еще полтора часа на Злджине и убьем. Да не почему, можно быстро убить. Можно. Идеально все сделано с первого трая чека. Сейчас я приду. Ха-ха, да. Чем я могу ставить? Слушай, а Хан, так. Смотри, как охуенно бьет. Мне прям нравится, хороший ДПС. Хантов, да, апнули. Хорошо. Так. Это вы сейчас будете поводить, да? Это в каком спеке? Это сурф? Апнули сурваш?
Нет, разве? А он сейчас сурве или ты поменял? Мне ММ показывает. Ну, сурф я вижу у него. Похуй. На ДК. Будем по фазам, короче. Первая фаза. Просто стоишь в черепке, спиной к рейду босса. Ничего сложного для тебя. Мелики просто под вихрь отбегайте. Если там латники, в принципе, вам нихуя не будет. Рога, не знаю. Может, бежать. Знаешь, первая фаза ничего сложного. Просто отбегайте, это там хилы прохиливают. Вся хуйня, все легко. Вторая фаза. Медведь. Идешь босса в звездочку. Там ДЦ диспелит. Все так же, ничего сложного. Просто АФК для нас в целом. Третья фаза. Самая веселая. Перед ней мы все бежим в трусы, кроме танка. Танк, ты включаешь как анхоли стойку и просто не даешь себя ударить вихрям, стоишь примерно вот где-то вот между звездой и черепком, где-то вот здесь вот. И просто бегаешь от вихрей, не даешь их себя ударить. Если они ударят, они обратно в рейд пойдут. Пока все три вихря на тебе не будут, мы стоим в звезде и просто прохиливаемся. Хант, я, кстати, не знаю, дамажит Ханта, когда он бьет на третьей фазе или нет. Да-да, нет, кто знает, нет. Никто не знает, похуй. Узнаем. Тут. Также, по третьей фазе. Каждый ваш каст, это вам урон в лицо. Поэтому смотрите, там, в частности, лог, ману зарегенишь на второй фазе. Потому что на третьей фазе, если ты будешь регенить, тебя будет регенить то, что ты... У тебя будет ебать то, что ты регенишь ману, еще и сверху за каст. И смотрите, там сильно не кастуйте. Сова там тоже, блядь, ебанутый урон по себе дает. Поэтому потихоньку кастите. Дальше. Это под лоу процентов. Не под, под третью фазу, там перефаза уже скоро будет. ДК, тебе надо будет быстро включить обратно власть льда. И забрать босса. У нас есть демон. На четвертой фазе проблем не будет, там скажу, когда змей не змей, всякой хуйни, давай там бомжей, не бомжей и так далее. Четвертая фаза, ничего сложного. Пятая фаза. Птицу. Будет, а буду стараться озвучивать, он будет кидать вас, короче, столб. Вам в этот же момент, когда я ваш ник назвал, или если сами увидели, что он вас таргет взял, сразу от того места, где вы стояли, отбежать, иначе там практически ваншот. Вот. Босс там кливает, ауешит со временем. Поэтому там также паладины будем под мастер ауры. Уже фаер. Только будете меняться. Первую также давай ретрик дашь. Не, пока не надо. Только на ласт фазе возьмешь ауру от огня. Под второй каст Юля. Под третий также дашь 4-4. Такая. Самое сложное это, по факту, третья фаза. Еще я не знаю, хватит ли нам ДПС вообще на босса. В третьей фазе, когда вихри начнутся, сразу все личные сейвы жмут, босса ничего не кастуют первое время, пока все три вихря не будут бегать за ДК-танком. Например, ты без анхоли стойки не убежишь от этих вихрей. Хочешь сказать, ДК будет водить? А кто? Хули там водить? Он тут первый раз. И что? Ебать, хули там водить? Дроид. Смотри. Короче, мы все вот будем в трусах ДК стоять, еще раз по третью фазу скажу. Ты примерно стоишь вот здесь, где я. Видишь, что уже хотя бы один вихрь на тебе пошел, уже беги. Потому что если тебя один вихрь ударит, он обратно в рейд поведет. Тебе не надо, чтобы тебя ни раз вихрь не ударил вообще. Ну там может, типа первый раз, да. У него 4-4 есть? Да. ДКшник, вот смотри, смотри на приста ДЦшника. Вот так вот, блядь. Просто стоишь, такой хуяк. Этого медведя, его перевели, вихри полетели в треугольник, в людей, блядь. Ты даешь незыбку. Незыбка действует на весь рейд только под властью льда. Ты даешь незыбку на весь рейд. И смотришь, вихри отталкиваются, уже бежишь вот сюда примерно. Хуяк ты убедился, что они уже полетели от рейда. Переключаешь на зеленую стойку, и у тебя скорость бега увеличивается на 15%. И начинаешь ебашить вот так вот кругами, наебываешь, ебать. Только бери побольше круг, чтобы там не цепануть. Да, то есть вот... Никого. Вот так вот до стенок, типа, и хуяришь круги, вот как я бегаю сейчас, вот так ебашишь. Еще истерию можно на бегу ебануть, сейчас босса не спулить. Да, и также ты дашь незыбку, а Юля бабл и сокру прожмет. Я тотем еще впихну сверху,
Должны пережить. Это, конечно, круто, но ладно. Попробуем. Я просто хотел предложить более попроще, так как ДК первый раз. Попробуем так. Ебать, нам там... ДПС может не хватить, если будут какой-то ДЭшник бегать. Не переживайте за ДК. Не бегать. Нет. ДК бегал просто, чтобы ему туда не переводить. Вот тут просто поставить босса, бедный ДК пусть стоит, как столб и танчит его. Тут Чего вы ему упрощаете, блядь? Там нехуй бегать, блядь. Чего вы, блядь? Третью фазу танчить вообще не надо. Там похуй, а до этого... Еще смотри, вставлю 5 копеек, ДКшник. Сейчас таланты, смотри, я тебе линкану. Вот это параша, повелитель рун смерти, короче, смотришь проценты босса. Когда у него, допустим, 84%, два удара смерти дал, у тебя 4 руны смерти. Хуяк, босс перевелся, ты таунтишь, у тебя сразу 4 лпшки хуяришь. И ты просто красавчик, и все, ебать. Очень важно, сказали, не сказали, отходила, не знаю. На перефазах все ДДшки стопают, потому что агрос летает в ноль. А видите, что босс... Форму меняет, сразу стопнули ДПС, да, чтобы ДК хоть иначе, что-то там набрал. Иначе это ваншот. Сова, смотри, на третьей фазе. Мы сначала все идем в трусы, просто здесь чилим, ждем, когда все вихри пойдут на ДКшника. Когда они все пойдут, я скажу, в центр все пошли. Ну, хан там может на лестницу, но лучше в центр тоже, там просто максимальный РНЖ стой. На минимальный, точнее, от босса, на который можешь бить. И просто бьем здесь. Смотрите, кастер, еще раз говорю. Будете часто кастовать, вы просто сами себя ёбните. Один каст дали, посмотрели на хп, нормальный хп, дальше дали. Не надо нон-стоп кастить. Ладно, давай, мы все равно вайпнемся первый раз. Смотри, сейчас, блядь, первый трай убиваем, нахуй. Нет. Всё, пробуем. Алканфель, ты где? Юля, ёпта, блядь. Я знаю. Чё, сервер вылетел? Нет. У меня все на месте бегают. А, отвис. Сейчас просто сам в череп становишься и танчишь босса там. Только отвернешь его от нас. Через 2% сейчас будем перебегать в звездочку, не забывайте. Аккуратно, на перефазе не сорвите. Все, стопнули. Такая агро. Все, звездочку стали. Звездочку не трусы. Это вторая фаза. Звездочку. Дальше также бьем.
нас что, АФК сало стоит? Нормально все там? Знаю, не дамажит. Она вон АФК в центре. Сова, ёбаная. Сука. Пиздец. Засрёт всё сейчас. Ладно, посмотрят фазы хотя бы. 63% смотри, скоро будем перебегать. Извинилась, то, что они там... Так, стой, не ТДПС, стоп, не ТДПС. Трусы перешли пока что. Сейчас у нас диспел будет. Блять, перевели. Все. Незыбку дал, массакру, все дела. Тайм стоит. Сложило. Ладно. Пока смотрим, продолжаем так же. Кстати, вихри идеально, можем все в центр идти. Просто идем в центр, пробуем просто, учимся. И води вот так вот кругами. Не попадите. Смотрите за ХП, прежде чем кость. Чуть пошире води. Чуть пошире води, там хан, потому что ему не хватает. Бэйронер. Потому что в принципе совы нет. Пищит дискорд, может он что-то пишет. Не знаю, мне не пищит. Не убьем это сразу. Просто посмотрите хоть. А кто смотрит? ДК? ДК Хант. Ну что, Ласт фазу может посмотреть. Кошку переживем. А че не переживем? С демон блок у него там безов тысяч. Кад, гадюк можно. Еще раз такси ёбнешь, я тебе ёбну. Так, проковый молния, не вина. 2% перефон. Стопайте ДПС, чтоб не сорвать. Пока еще не стоп. Рано. Кто переводить будет? 41, ты переведешь. ДК, просто держи босс в таргете. Надеюсь, тебе реакция хорошая. Все, стопни мол ДПС, ДК, бери быстрее. Проебали. ДК бомжей дай. Пусть смотрит. ДК бомжей прокастуй. Мало ли баг. На бирсе не будет. Угу. Мы сдохнем до бирсы. Зачем? Откуда я знаю? Я пессимист.
Ну, кстати, ДПС бы нам хоть... Если бы никто не вылет, все бы лежат. Руты дает? Нихуя себе. На 1% кастеры сразу ренжо возьмите, не сорвать. Нелики подстолкни. 30 секунд берсапок. Кастеры РНЖ, хант. Вот переводи. Кто все забил? Блять, он меня за пятку укусил. Сейчас... Никто не стойте перед лицом. Это пятая фаза. Просто успейте посмотреть, сколько там берса. 8 сек. Столб не успеете посмотреть. Столб выглядит как у приста... Все, берса. Столб выглядит как у берса священный огонь. Такой, знаете, типа дотка такая кидается вверх, так такая там... Ну как, блядь? Сука. Короче, прист сейчас кинет, покажет. Хорош, блядь. Прикольно, но планин бы там диван ему дать. Все делаем. 9 человек. Где добирать одного ДД? Я спать хочу. Блять, ну надо... Надо закрыть так-то это. Надо хуй забить на это, блядь. Надо, не хуй пить было, ты бы сейчас спать не хотел.